Доброго здоровья, уважаемые любители, автолюбители. Давненько я не рассказывал про свои машинки, что и как. Машинка 2002 года, значит, ее сколько, 21 год. Естественно, надо следить, что-то изнашивается. И вот, что неприятно, это изнашиваются амортизаторы капота, амортизаторы багажника. И вот настала очередь амортизаторов капота. Долго собирался, искал ходы-выходы, где там. И поехал? Новые владельцы уверенно рулят. Красота! Амортизаторики стоят японские, с Сельсиора. Подняли, держат. Полный порядок. Еще испортилась вот эта вот Керхер или там форсунка, как там ее назвать правильно, которая омывает фару. Пришлось сделать, потому что это все болталось и могло отлететь. Так что потихонечку ухаживаем за машиной. Ухаживаем. Смотрим, что, что, как. Пока все работает. Недавно сменили маслоприемник, начал подтекать. Отсоединил теплообменник от корпуса масляного фильтра, от кронштейна масляного фильтра. То же самое, резинка заподлицо, и уже кто-то и монтировал, подмазывали герметиком, но это все фигня. Ну вот, деталь собрана, подготовлена к установке. Новые уплотнители здесь, шайба и непосредственно восьмерочка, так называемая. Маслоприемник потек. Там должны быть прокладочки резиновые. Резиновые прокладочки, естественно, никто не ставил. Это еще до меня было. Просто замазали герметиком, мол, и так сойдет. И так сошло лет 10 с лишним. Ничего там не капало, не текло, но всему настает свое время. Знающие люди посмотрели, сказали. Поинтересовался я, сколько стоит этот маслоприемник. Новый 95 тысяч. Ну, я думаю, это слишком. Купили прокладочки, заменили, да, и все, ездит. Так что потихонечку ухаживаем, смотрим, чтобы все работало. И пока что все работает. Машинка ездит, доставляет удовольствие. Много в ней лесу полей рек. Я ногой
такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Я другой, такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну что, прокатнемся на 20-летней машинке. Там-дарам, дари-да-та-да-дам. Лап-чудум, дари-бари-би-дум, да. Лап-чудум, дарай-бари-би-бам. Ра-ба-би-ба-рай-ба-ри-би-бом-ба. Пай-ба-рам. Пари-ба-рай-ба-ба. Ра-ба-рам. Пари-ба-ри-би-бом-ба. Там-ба-ри-ба-рай-ба. Па-ба-бам. Широко страна моя родная, а много в ней лесу, полей и рек. Я другой, такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Я другой, такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Тай-да-дам, дари-да-да-да, тай-дам. Дам-да-дай, дарам, дари-да-дай. Тай-да-дай, тари-дари-да-дай-дам. Рап-чудам, дара-бади-бидай. Ну что, мы с вами отправляемся в небольшое путешествие. На 20-летней машине Lexus LS430 выпуск 2002 года, с 2007 волей случая обстоятельств я владею этой машиной. Так вышло, что я обслуживался Москва Лосино-Островский центр, и там как раз эту машину новую продали, выбросил или где-то дел как ненужный. Значит, опыт, рулевая рейка. Далее, что там было? А там еще фонарь был побитый, как-то там так вроде нормальный, а внутри что-то там разбито, фонарь задний. Вот. Кстати, я их заменил, фонари, на БУ. Ну и так, по мелочам, то все там я целую ввел на бухгалтерскую книгу, что там, как там делалось. Работа была проделана, конечно, большая. Да, и перетянут был салон. Салон. В смысле, перетянут вот это вот. Потолок. Ну, вот это вот. Кресла, как они были, так они остались. И в результате, вот мне нравится тут кожа там алькантара. Ну, короче, хорошая кожа. Бежевый салон. Праздничный такой салон. Мне очень он нравится. Машина такая праздничная. Сейчас идут очередные кочки. Это я все еду на там самом, на поднятой подвеске. Подвеска поднимается примерно сантиметрика на 4. Сейчас я
нажму вот эту кнопочку, я ее опущу. Дорога более-менее ровно идет. Мы с вами едем на Кумбровку, а вернее на турбазу Исток, где я буду плавать. Дедушка будет плавать. Пора открывать купальный сезон. Вчера было первое купание, но вода, конечно, бассейн должен был быть подогретый, но не успели. Посмотрим сейчас, как подогрето, не подогрето. Ну, возвращаемся к машине. По кузову никаких особых там ремонтов не было, хотя решетка была заменена на новое, там эмблемка Lexus была заменена там спереди, сзади. И вот в каком там году я поехал через Крымский мост на чемпионат России по гирям среди ветеранов. Это, наверное, был 2019 год. И ехали по трассе Таврида. Вообще-то на Крымском полуострове летом дожди, или там осенью это было, большая редкость, но тем не менее были грозы. И только раз попадаю в очередной ливень, еду по трассе Таврида, и вот отсюда и потекло. Ёкарный бабай. Но обратился к мастерам, у которых руки растут правильно, вырезали, варили, затерли, зашпаклевали, покрасили, там все там как положено сделали. И не отличишь. Нормально сделано. CD-диск норовит, значит, заживать. Поэтому я их просто-напросто вынул и лежат. Дальше что я еще делал? Навернулся компрессор кондиционера. И тогда у меня еще, как бы, бывают времена, когда пенюнцев маловато. Я узнал, сколько же он там новый стоит. Это опять-таки был какой-то 2009 год. Короче, сейчас скажу, ну примерно года 4-5 назад это было. Сколько стоит здесь, в России? Сказали, где-то 70 вот с какими-то там хвостиками тысяч. Ну я думаю, ну что поделаешь. Придется ездить, а тут вообще-то климат-контрол, придется ездить без него. Ну ладно. И здесь, думаю, узнаю у местного мастера, у которого голова, знаете, на нужном месте. Это очень важно. Когда у человека голова на нужном месте, он говорит, да, можно и сделать. Тогда еще, это как раз, естественно, до войны были. Это, наверное, 2009 год был. Что-то там так. Или 5. Ну, короче, до войны это дело было. Ладно, какая разница, какой год был. Луганск-то тут рядом, ближе, чем Ростов.
Да. Могут с Луганска привезти этот компрессор кондиционера этого. Я говорю, за сколько? Он говорит, да где-то там за 22 тысячи рублей с чем-то это. И плюс трубки. То есть, тут как было сделано? Машина вот эта попала в аварию. Значит, два контура, которые тут этого кондиционера, там передний, задний. Они, значит, задние. Или там трубки там погнили, как все говорят, трубки, мол, гниют там сзади. Просто-напросто отщепили задний контур, там он не охлаждал, там сзади еще холодильник есть, то есть холодильник не работал, а тут вроде она нормально по салону там работает. Вот, я, значит, покупаю этот компрессор, две длиннющие трубки, и мне Армен, так его зовут, все это дело делает. И вот это он мне сделал. И до сих пор я езжу, радуюсь. Все работает, холодильник работает, все там, если надо там что-то охладить. То есть сделано это. Я заказываю в Лосиноостровском полный комплект амортизаторов, передние, задние, такие мощные. И все это меняю. Заодно меняю выхлопную систему на новую. Сделали шумоизоляцию. Но я так и понял, шумоизоляцию так тяп-ляп сделали. Потому что делалось не на самом сервисе, а делали люди, которые работают в сервисе. Но они хотели сделать, как бы сказать, получить деньги. Поехали. Вроде как. Мимо автосервиса. Я говорю, да блин. В гараже там у себя. И они, так как мне надо машину было забирать, они где-то ночь проработали, естественно, устали, что-то там сделали, что-то не сделали. Вот, то есть. Вроде машина и тихая, но против джипа, вот у меня был GX460, а сейчас LX570, она более такая громкая, но тем не менее вот вроде как колеса малеса там. Кстати, на резине я езжу зимний, резину взял там 55 по высоте, я взял 60, она как раз становится в арку. Машина стала выше, мягче. Просто, знаете, по нашим буеракам, по которым только что ехали, отлично, значит, она ведет. Пробовал я ставить и 65-ю по высоте. И что получалось? Вроде она так влезла-то влезла, но на кочках начала колесом тереть обод, как там, арку тереть. И вплоть до того, что аж протерла арку, поэтому там опыт сил ошибок трудных. Эти колеса были, значит, я уже не помню, я на них все-таки поездил или выбросил. Короче, были заменены на зимние вот эти вот 60-е. И уже, наверное, лет 5 на них езжу. Износ какой-то минимальный. Ну, возможно, по зиме они и хуже будут ездить, хотя и зимой езжу. Но ничего не потерлось. Вот вы слушаете шум какой в машине. Вот на этих колесах я езжу и очень доволен. И
есть и зимние две пары, два колеса, ну, одной фирмы, два колеса там другой фирмы. Может быть, я и заменю туда дальше, а может и не заменю. Так, ну вот мы куда-то подъезжаем. Что-то этот куда-то поехал в сторону. Здесь делают дорогу на Гундаровку, с Каменска на Гундаровку. Может быть, колеса заменить на более другую резину. Все хорошо. Естественно, наверное, вот эти тормозные диски менялись. Это я уже не помню. Как-никак, 15 лет я. Только я машиной владею. Ну, сейчас что-нибудь еще вспомним. Сейчас подошла... Как бы сказать, подошла очередь, что такое, ну, как бы, несколько неприятное, так, мелочь неприятная. Это открывание крышки багажника. Что там получилось? Там получилось, что кнопка, которая открывает багажник, то есть багажник открывается с салона, багажник открывается с пульта, и багажник открывается непосредственно с крышки, кнопкой. Так вот, эта вот кнопка, а именно то, что покрывает кнопку, там такая резина, она от времени превратилась в какой-то битум, и вот что-то там такое случилось с этой кнопкой. Она вроде сама работает, но с кнопки не открывает, то есть нажимается, а так она, что получилось, в результате того, что вот этот вот как битум, она просто-напросто залипла. И, возможно, из-за этого что-то там с мозгами случилось, и какой-то сбой вот идет в мозгах. Раз она там включится, там раз не включится, это там пробовали. Ну вот мы едем, едем. Такие вот дороги делают. Ё-моё, лето, сезон, и на тебе. Приобрел я, вернее, заказал и приобрел через Лосиноостровский этот сервисный центр Lexus инструменты, которые были его, так сказать, родные. Они так в такой оригинальной коробочке, интересно. Приобрел, есть. Ну, как бы сказать, вот характерно, после того, как машина побывает в сервисе, практически в любом сервисе, надо тут смотреть ее. Это клипсы, срывают клипсы, значит, там защиту плохо поставят, что потом отрывается это все. Короче, вот это пластмассовое изделие. И дошло до того, что вот сейчас необходимо, ну, желательно, это поменять крышку воздушного фильтра. То есть вот эти все защелочки частично поотрывались. Значит, патрубок, который идет там от коробки этой воздушного фильтра, он там сначала по какой-то причине, значит, лопнул, потом вообще его там отломили,
И машина, знаете, что я ездил, она начала дрыгаться. И пару раз заглохла. Я думаю, ну вот, какая незадача, что что-то такое случилось, мол, серьезное. А потом только раз открываем, а там, знаете, такая щель в этом патрубке. И воздух засасывало мимо этого всего фильтра. Естественно, там датчики не работали. Ну, это дело просто-напросто натянули. Надо там наварить, напаять эту трубку, короче, восстановить. Либо вот эту вот крышку новую купить, либо вообще вот эту всю эту... где фильтр. Окунулись, оздоровились и... Вас приветствует видеорегистратор. До дома. Посмотрим, как старушка ускоряется. Вот где-то мы едем, сколько там? 60 километров. Ну, не более 70. Как она ускоряется? Итак, давайте начнем. Дадим ей чамару. Сколько? 120? 140. Дали чамару машинки. Дальше я не разгоняюсь. Ну что, я человек, потрепанный жизнью, поживший, машинка тоже далека от юности, 20 лет, пожилая старушка, можно так сказать. И вот мы